У меня в руках удивительный диск «Детские песни». Есть такие песни, которые мы знаем, есть совсем новые песни. Это замечательно. Это так важно. Это же не первый, это уже третий диск. Да? А вот ребенок, который попадет там в пятый или в шестой диск, скажет: а помнишь, я вот в первом диске, там у меня еще не все получалось. Посмотри, как я вырос за эти годы. Поэтому это еще очень важно для показания роста, показателя роста и как ребенку, и родителям, и, конечно же, педагогам. Чем больше будет таких вот сборников, тем больше будет детской музыки, а она всегда праздник, она всегда радость. Ну, что диски все-таки в какой-то степени дадут хороший толчок, дадут возможность выбрать понравившуюся песню и дальше с ней работать.